Форум «Иволга-2017» собрал в Самарской области около 2000 участников из 14 регионов страны. Кировская область, одна из самых многочисленных делегаций, привезла домой 5 грантов в общей сложности более 1 000 000 рублей. Кировская область! Загрязнение водоемов ионами тяжелых металлов – одна из глобальных экологических проблем. И проект Кристины Гараевой и Ольги Бервицкой направлен на ее решение. У нас есть одна волшебная фраза, и мы ее сейчас скажем вам. Если вы поддержите наш проект, то мы вместе сделаем мир лучше, а воду чище. Ехали за грантом, признаются Евгения Сайфуранова и Александра Нестерова. Уверенная защита помогла девочкам получить 200 тысяч рублей, которые они потратят на оборудование, чтобы у детей из малообеспеченных семей была возможность заниматься дорогостоящим видом спорта. Он направлен на организацию занятий для детей из многодетных семей, занятий по сноуборду, батутном зале и фристайл-слалом на роликах. Участников Кировской области эксперты отметили не только грантами. Ирина Корчагина и Дарья Чайникова выиграли бесплатную поездку в Москву, где смогут посетить звездный городок. Им очень понравилась идея реализации проекта. Я пишу финансовые сказки для детей, все в стихотворной форме, сама рисую иллюстрации. Самый высокий конкурс был именно на политике. Я не считаю это каким-то провалом, это наоборот успех. Гончарная мастерская. Проект Ирины Корчагиной уже реализуется, а в планах у автора расширение дела и создание посуды для ресторанов. Не рада, наверное, за что грант не взяла, но рада, что попала в 1% самых лучших участников Иволги. Создание нового приложения для телефона оценил Samsung. Валерию вручили рекомендационное письмо, благодаря которому можно будет устроиться на работу в компанию. Победители форума «Иволга-2017» продолжат работать над своими проектами, и благодаря поддержке экспертов у них появился шанс выйти на новый уровень. Марина Гуванцова, Сергей Гагара, специально для «Иволги».